кое-кто и не помнит, но я был в свое время дважды на первом месте в городском конкурсе чтецов. Да-да-да. Ну и сейчас из той же оперы я вспомнил то, кем я был еще и в школе. И маленький рассказ, точнее маленькая четверостишки. С Новым годом поздравляю дорогих моих друзей и от всей души желаю всем счастливых, добрых дней. Хорошо повеселиться, никогда не знать забот. Ну а главное учиться, ну тут немножко по-другому, ну а главное ремонтировать свое электричество вместе с электросилой. Здесь, на Вокзальной 5, круглый год! Да, это реклама, а благодаря УМУ она телевизионная. Для тех, кто думает, что лучше радио и интернет. ТВ рулит и рулить будет. Всегда. Вообще-то все это очень даже стало красиво, да? Когда включились мы свои мозги. Вот. Почему нам все это дело понравилось? Потому что вы обратите внимание, здесь, когда все включено, вы понимаете удовольствие. Удовольствие от чего? Удовольствие от света. Свет здесь есть разный, можно даже дополнительно включить освещение. То есть это все красиво, ровно, изумительно. И самое главное, что в принципе ценники здесь как бы, ну, я еще раз вам говорю, небольшие. А можно сказать, даже более интересные для всех тех, кто понимает. Рано или поздно все это дело закончится. Но это не закончится здесь, в электросиле. Потому что все делается для вас. Вы сюда пришли, вам товар нравится? Конечно. То есть можно говорить, приходите сюда, да? Да, цена хорошая здесь. Конечно, нам надо понимать, еще и те вещи, которые нам просто необходимы. А что нам просто необходимо? Ну, по крайней мере, меня в детстве научили паять. Я это делать умею. Я, конечно, не самый тот человек, который может паять немножко другие вещи. Я имею в виду, электроника – это немножко сложновато для меня, но все остальное я сам паяю. Я так понимаю, что каждый первый мужчина этому может научиться, а если нет, то для вас есть такая штука под названием YouTube. Научитесь и паяйте. Это все равно будет вкуснее, чем потом все это дело кому-то отдадите. И для паяния есть, ну, все. Для домашнего паяния есть все. От и до. Цешки, штучки для измерения напряжения. Ну и, естественно, всяческие очень хорошие отверточки, плоскогубцы, резательные вещи. Все есть здесь все. А также все то, что вам когда-нибудь будет необходимо. Потому что мы говорим об электросиле, но не забывать, нам нужно одну вещь. Электросила меняется, да еще и быстрее, чем мы только можем придумать. Потому что каждый раз, когда я сюда прихожу, я вижу абсолютные новинки. И это мне, кстати, очень нравится. Так вот, можно ли думать о будущем? Об этом необходимо думать. Об этом необходимо думать и делать все, во-первых, относительно недорого. Ну, не так, чтобы совсем все было халява. Халявы в своей жизни-то и не бывает. Вы можете взять совсем халявные лампочки, и они бузнутся. Здесь все работает для вас. То есть, а мы не будем говорить, что лампочки завтра рассыпятся. Нет, они ровно столько и отработают, может быть, даже чуть больше. Это очень хорошо, потому что здесь люди понимают вашу суть. Ваша суть в следующем. Ваша суть – это работа не на один день. То есть, если мы будем говорить о состоянии, да, мы готовы, используя электросилу, сделать себе возможность получать удовольствие дешевле, чем где-либо. Малость, небольшой нюанс я вам сейчас расскажу. Не я говорил, а есть люди, которые, прокатившись по региону Восточно-Сибирского и Поволжского округа, так и говорят, а дешевле-то нет. А дешевле нет. Потому что люди спокойно живут для вас, они работают, и для них главное правило, что вы получали удовольствие, и это очень хорошо. И мы не будем говорить о экстра ценах. Их нету. Это им не нужно. Это нужно вам. Именно поэтому вы можете приехать и сюда, на
Комсомольскую 17 подразделение электросилы, чтобы получать удовольствие, не внедряя свой немножко подорванный карман. И маленький нюанс у меня лично, для меня лично, может быть, для тех, кто сюда приезжает. Почему этот маленький нюанс у меня лично для тех, кто сюда приезжает, присутствует? Я не могу отсюда уйти. Вы даже не представляете. Я отсюда не могу уйти. Не только по той причине, что здесь есть все. Здесь все постоянно обновляется, просто обновляется. И, конечно, если бы у меня была бы возможность, хотя она и будет чуть позже, естественно, я возьму то, что мне очень-очень сильно нравится. И давайте определимся. Благодаря электросиле мы не будем говорить, что мы стали другими. Мы будем говорить о том, что мы стали более опытными. Потому что такие вещи, которые здесь есть, они нас стимулируют работать головой. А я всегда говорил, что моя программа «Дом, милый дом», так же как автостоп, это для тех, у кого есть мозги. Они у вас есть. И для того, чтобы вы поняли, о чем мы будем говорить, потому что без электричества мы не можем существовать в природе своей, я бы вам рекомендовал зайти в электросилу, посмотреть, подумать, вкусить и принять к сведению, что даже все последние новиночки, которые только появляются, они уже здесь есть. И иногда вы начинаете думать, а почему я был слишком тупой? Да, мы всегда бываем тупыми. Это наша жизнь. Но имея качество, имея удовольствие, имея и аромат в том числе, потому что мы не будем говорить, что свет не имеет аромата. Аромат для него чем хорош? Свет должен нас радовать своей недороговизной. И это есть. Вы можете все это сделать в электросиле на Комсомольской 17. Что же касается этого места? Да ничего не касается этого места. Потому что ценники как на вокзальной 5, так и на Комсомольской 17 все абсолютно, абсолютно одинаковое. Единственный вопрос – это склад. Да-да-да, и там, и тут склад такой, что вы даже не понимаете, о чем идет речь. Именно поэтому они работают. Они вам дают то, что вам необходимо. А что необходимо? Конечно, вам необходимо сделать так, чтобы все у вас работало и освещалось. Конечно, это необходимо, чтобы ваш ремонт был достаточно недорог и качественен. И, к слову, там же не только провода продаются, там и всякие автоматы, это никаких проблем нету. Все, что нужно, есть. Все, что нужно, дает вам электросила. И электросила вас поздравляет с Новым годом. И она хочет, чтобы в следующем году и даже дальше вы работали только с ней, потому что она вас любит. Это лучшая часть. И она уже есть. И в программе «Дом, милый дом» тоже.